Чуть больше месяца до призыва Адель Матыгулин вместе с девушкой Анастасией ловит последние моменты вместе. Сейчас вроде бы можно в армию смс писать. Вот будем общаться, когда иногда. Вот эта фотография, которую прислали из Казани, это их первая фотосессия была. 3 месяца челнинка Екатерина Кошкина в разлуке с парнем. Пока ее молодой человек Александр в Севастополе отдает долг родине, она читает его письма. Здравствуй, котенок. 1,5 месяца за плечами. В клеточку, да мелким почерком, но все месяцы разлуки – это самые близкие и любимые строчки. Мне сказали быть сильной, вот не плачь поэтому. Только скучаю. У меня сейчас служит в армии, а я вот всегда ее ношу с собой. Пока Альберт на службе, Эльза ждет. Вот их фотография с последнего его увольнения. 8 месяцев ожиданий, еще 4 впереди. Год службы завершится, а чувства и эмоции останутся. Он согласился, это его решение, его поступок, я им очень горжусь. Скучает о тех, кто сейчас в пехоте, в море и на небе, кто отдает свой долг родине и считает это важным для себя. Прошлой весной 4000 татарстанцев пополнили ряды вооруженных сил, и все меньше желающих отправиться на альтернативную службу, и все больше тех, кто выбирает небо. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Могут меняться популярные песни, репертуары, но среди тех, кто служит и готов служить все так же в тренде – небо, космос и море. Призывники стремятся попасть в десантные, военно-морские, ракетные войска и морской флот России, но с одним желанием стихии не покорить. Тут важна и физподготовка. Куда направят, туда и пойдем. Хорошая физическая форма нужна везде, поэтому готовим себя, развиваем. У Глеба Анисимова пока тренировки в спортзале, а после весеннего призыва все подтягивания по указу. Много рассказывали, то есть кто раньше был, одно говорят, кто сейчас пошли, другое говорят. И сложно делать на этом выводы, мне охота самому сходить и самому все посмотреть. Пока армия испытывает на прочность тех, кто уже служит, на подходе к испытаниям те, кто готовится попрощаться на год. Одни верят в силу мужества, другие – свои чувства. Немножечко грустно. Естественно, будем скучать, будем переживать друг по другу. Да, очень люблю. И я его дождусь. Альбина Минибаева, Евгений Максимов, Марат Зайдулин, Альберт Шафигулин, Ишат Аюпов, ТНВ, Казань, Набережные Челны.